сам фальшивый говорит. А где вы их получали? У себя на родине. Вы откуда сами? С Киргизии. Здесь работаете кем? Водителем. Водителем маршрутки? Да. А как долго здесь работаете? Водителем. Как долго? Сколько по времени? Недолго. Ну, например, месяц, два, полгода. Полгода, может. На каком маршруте работаете? Я недели назад устроился на маршрут. На какую? 12-ю. А до этого? До этого не работал. До этого не работали, да? Вообще не работали или на маршрутке не работали? На маршрутке водителем не работал. То есть до этого у вас удостоверение не проверяли?